Привет всем! Вы на развлекательном канале «Помидорка за решеткой». С вами сегодня Семенов Дмитрий и Михаил Нарица. Всем привет, друзья! Да, Дима, все, молодец, сам поздоровался. Да, скромно, но нормально. Ребят, собственно, Дима, это наш новый стример. Прошу оценивать, любить, жаловать, все что угодно делайте с ним, пока он здесь. Ва-ха. На комментариях сижу я, игру показывает, собственно, он. И сейчас мы постараемся, по крайней мере, в самом начале показать карты недавнего дополнения Dragon Tet, или я не знаю, как правильно. Тиф. В общем, Тиф это вор, типа, но... Суть в том, что все, мы хотим показать дополнение «Зуб дракона». Трансляция пошла, комментарии я вижу. Так, и мы сейчас уже играем в Battlefield. Ты запустил игру? Да, игру запустил, бегаем на карте «Жемчужный рынок». Да-да-да, я играю за вражескую команду. Ну, то есть Дима у нас в защите, я в атаке. Это стандартный режим «Штурм», может быть, покажем другие, если, конечно, сервера не забиты. Поэтому вот. Какой сервер? Ребят, сервер мы не называем, если что, потому что, ну, это лишняя морока, опять-таки, с ними, скажем так, париться. Да, если есть в друзьях у вас Михаил... Гораст или я, да, то есть добавляйте. Ну, вот, да. Точнее, заходите на сервак без проблем. Да, вообще можно просто зайти на наш профиль и узнать, на каком сервере мы играем. В Battlefield в этом плане ограничений нет. К тому же сейчас идет бесплатная неделя 4-го Battlefield, и я думаю, мы найдем какой-нибудь пустой сервак и... Пойдем уже, ну, примерно на половине стрима играть на него. Думаю, стрим у нас сегодня будет двухчасовой, да, Дим? Да, можно и так. Ну вот и отлично, да. Сейчас мы пытаемся прорваться к вам среди этих мелких улочек. Да. Странного рынка. Ну, наверное... И прорываемся крайне хреново, скажу тебе так. Нас тут убивают. Очень сильно и больно. Ну, вкратце о DLC... Это DLC было создано другой уже студией, DICE LA. Как-то так. Ты еще и подготовился, нихера себе. Ну да. Ты меня удивляешь, ну, рассказывай, вот. Мне интересно. Это их первое DLC, и всеми DLC будут заниматься теперь они. А основная студия будет заниматься сейчас Battlefront'ом. Звездными войнами. Стой, то есть, получается, сейчас Hardline тоже делают они, ну, те, что сделают DLC, да? Hardline'ом, да, как, по-моему, и они сейчас занимаются, ну и, конечно же, команда... Шведы, если не ошибаюсь. Да, и люди, которые делали Dead Space, меня зовут как... Visceral Games. Да-да-да, это, которые... Странные названия имеют, именно по произношению на русский язык, скажем так. Дима, чуть громче. Дима, сделай в ОБС себя погромче чуток. Хорошо. А то и не чуток, я просто не проверял на стриме, сейчас я проверю. Ну, я вот как-то так. Думаю, сейчас. Хватит. Может и нет. Ну, делай на максимум, короче, не парься. Если что, скажешь сделать потише. Хорошо. Так. Ой-ой-ой, вы там крысите прям на этих балконах. Вот, ну, крыса. Да, у нас есть крысы. Так. Как мне тяжело здесь с дробовиком-то. Благо, есть прикрытие. Что еще сказать? Добавили около 6 пушек. И один нового дрона добавили. Пушки. Кстати, ты показываешь этот Desert Eagle из нового дополнения. Такая имбовая херня, на самом деле. Да, она либо ваншотит, либо 90 хп тебе сносит. Ну, это очень дико, я считаю. То есть, можно было помягче. Ну, зачем помягче? Ну, со шкафом. Ну, в смысле, так и лучше будет, потому что 90 хп сносить с дезерта, это круто, конечно, ничего не скажешь. Да. Ага, я нашел, где вы крысите, собственно, на подъеме именно. Сейчас будем вас расстреливать. Кроме Desert Eagle добавили Unica 6. Это револьвер, да, как я понимаю. Магнум. Да, револьвер. Сейчас, если я умру, покажу. Бульдог, автомат. Штурмовой. Не автомат, это штурмовая винтовка именно, скорее всего. Ну да. Ну, опять-таки, американская. Здесь очень много американского оружия добавили в этом DLC. То есть, еще этот, как его, СИК, если не ошибаюсь, шведский. Да, СИК, вот сейчас с ним бегаю как раз. Как он у тебя, кстати, а то я как-то не трайл его. И вообще, с пистолетами-пулеметами очень плохо лажу последний. Он чем-то по ощущению на М16 похож. Ну, то который есть... А3. А, и с третьей батла имеется в виду. Да. Ясно. Ай, ну спасай мою задницу. Снайперскую винтовку КС-5, которую я не знаю, покажу или нет. Ну, попробуешь показать, во всяком случае. Но, как я понимаю, она имбовая. Не знаю, я не видел в ней имбовости. Есть получше винтовки.
Ну, окей, спорить не буду. Если имба, так имба. Время покажет, а не я. Добавили щит. Да, щит баллистический, как в Hardline, только с изображениями теперь собственных эмблем. Там-то вроде эту фигню еще не ввели, но здесь уже есть. Вводили. Вводили? Да, я бегал со своей эмблемкой. И ну, КДВР. Это чтобы... новый дрон, который... В этом режиме его нету, насколько я понял. Но а что за дрон? Считай это как с пулеметом и ракетницей штуковина. Да, а жирно не будет, скажем так? Она валяется на карте одна, и все. Ее нельзя там получить. А, это пикап уже. Ну, то есть, да. Поднимаем на карте, ясно. А, нет, батлпак это другое совсем. Да, ты немного путаешь. Бывает. Да, такое случай. Что так еще? Господи, нас тут пора... Чего вы нас зажимаете? 14 тикетов всего нам оставили. Слышь, поддайтесь хотя бы для приличия. Нет, я и так поддаюсь. И так поддаешься? Да. Все. Значит, Леволюшина. Тут его я не видел на этой карте, но ты говорил, есть этот какой-то... Да, вот здесь их раз пытаюсь пробежать по одной точке. Моей камеры, к сожалению, нет, не могу показать. Но суть в том, то, что здесь есть такая балка, которую надо специально обрушить, чтобы пройти на точку Б. Да, это единственный Леволюшин на этой карте. Ну, вы крысите, крысите, это неинтересно. Так, нет, защита. Защита, я да, знаю, но это скучно, ве-ве-ве. Да, на комментах я, какой у меня ник, Баффорд Геймер. С подчеркиванием, кажется. Ну вот мы проиграли, а вы выиграли. Да. Гордитесь собой. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть, еще какая карта. Может быть, снова на Dragon Dead кинет. А если нет, ну, сменим сервак, ну что такое бывает. Еще добавили прикольную карту пропаганда, это где зима. А, да-да-да, это, короче, если не ошибаюсь, Китай, и там вообще все покрыто снегом. Вот я думал, нафига здесь нужен снежный камуфляж, если всего одна снежная карта. Ну, стандартная это, заперти, да? Угу. А оказывается, их теперь больше. А, погромче говорите, говорят Дим. А, говори, меня... а не... Погромче, и... А, говорить, понятно. Да, то ты... Волнуйся. Ну, такое бывает, да. Собственно, сейчас перейдем. Потом добавили затонувший дракон. Это водяная карта. Кто обитает на дне океана? Ну, не я уже. Нет, ты. 4.12, ты. Ну, это да. Затонувший дракон — это карта, где заливается водой. Там, речка. Не, не речка. Вау. Впервые звук сейчас услышал контакта. Какого он черта появился, я не знаю. Точно ли контакт, а не батллог? Точно контакт. Странно очень. Ладно, тебя по IP уже вычислили, собственно. Да, кстати, ребят, не забывайте то, что наши каналы, ссылки на них есть в описании, так что вот. Да. И, конечно же, сад Лумфии. Какой-то карта. Да-да-да, тоже хорошая карта. Ну, лично мне приглянулась, потому что она не тупо по линейке идет, да, а сначала в одну сторону, потом в другую и в третью атаковать. Ну, то есть это именно в штурме она мне очень понравилась. Тут же еще есть новый режим соединения, если не ошибаюсь, да? Да, и давай к нам в команду Foxtrot, ну, точнее, в отряд. Вообще-то я с тобой, по идее. А, ты фокстротишь со мной сейчас. Какие боевые наборы, Миша, что ты делаешь? Тебе спину такую. Так, про команды. Покажу, наверное, штурмовика и Уника 6. Для меня ужасный револьвер, который... С которым я мучился. Очень сильно мучился. Уника-то? Да. Так, когда хоррор с Евой, ну, ребят, сегодня, точнее, уже буду вешать расписание, так что ожидайте. Да, я так понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне придется свернуться, убрать контакт, который не знаю, как появился. Убери, ну, свернись, ничего страшного. Да. Нах. Они на альф поставили снаряд. Да, знаю. Нехорошо. Да. Еще взрывают нас гранатами здесь, совсем плохие. О. Кстати, вот мы уже с тобой говорили, что бульдог считается имбой. Хотя ну, я так не считаю. Кстати, да. Ну, говорили мы об этом, я, по крайней мере, помню, когда ну, еще да. играли с тобой первый раз. Да, и не знаю, как по мне, он не имба, потому что у него отдача сильная. Очень. Ну, нет, это компенсируется. У него, возможно, начальная отдача сильная, а потом уже легче становится. Ты все-таки компенсация идет простыми модификациями. Кстати, я открыл полный чок на себе на так, этот, на спас. Я что, медик? Ой, я медик. Да, я медик.
Я просто не понимаю, откуда... Зачем мне показывают символы, что можно воскресить человека, а я медик такой, оказывается, из себя. Неожиданно, да. Для тебя. Погнали, работенку. Обычно играю за штурмовиков и прочих. Ой, фу, не за штурмовиков, да. А за поддержку. Они на крыше все. В основном. Прям-таки все. Ну, почти. Ага. Это плохо. Да. Ну, для них хуже, они точку не смогут прорвать, потому что им надо вниз прыгать для этого счастья. Но не всем. Ай, зажигательная прям под задницу. Вот ты говоришь, зажигательная плохо. Она мне практически пол хп вот только что с пару секунд снесла. Ну, я считаю, сжигать людей это как-то плохо. А, вот, значит, принципиальный, да? Ну, хорошо, хорошо. Дигл, говорят, вот что имба. Да, с Arrival выиграл, Ева будет стримить его, ребят. Ну, это прикольно. Развлечется во все поля просто. Ты указания давай, ты очки получаешь за дополнительные. За... А я чё, главный? Ты главный как бы. Тогда возьму пулемет и покажу щит. Так, ну давай. Щит. Вот. Есть? Здравствуй, ребят. Привет, Катя. Я не главный, оказывается. Кру 301. Край. Край. Как они понесли нам точки? Вот скажи, как они пронесли нам точки? Ну, вот так могут. Еще и назад не пускают. Чтобы по лицам им давать. Что, наверное, вкратце о щите. Он красится в такое... В любое снаряжение, то есть... Какой у тебя автомат? Ну да, да, да. Такой же еще. Не-не-не, тут же это особенность эмблему ты себе рисуешь, да? Ну да. И вот есть возможность, точнее, возможность, она сама устанавливается, твоя эмблема на оружие, на нашивку у себя на бойце, на щиты и прочие обмундирования. И технику. Угу. Да. Так. Вот что мне понравилось здесь на 4-й батле, это то, что здесь очень много камуфляжа есть, скажем так. Да, камуфляжей очень много. Вот прям это хорошо под все ситуации буквально, знаешь, в 3-й батле подбери камуфляж себе под обстановку, а там, знаешь, добавили новые карты, камуфляжа нет, ничего нет. Такой, мол, типа, из чего мне выбирать? А тут их просто... Какие хочешь? Да. Так, сейчас я только успеваю банить людей. Реклама? Не, неадекват. Бывает. Ага. Блин, точку А уже проносит. Каким образом? Гораст, иди убивай их всех. Чем? Пулеметом? Чем хочешь убивай. Ладно, ладно, ща. Быстро, я сказал. Кинь зажигательную пока. Потому что я не буду гореть. Ну, трудно, скажем так, сделать это. Ну-ка, да, когда ты умер. Да. Альфу, все, я не успел Альфу спасти. Плохо. Наказан. Так. Такое, знаешь, понижение я звоню. Вас понизили просто. Там наверху один спрятался, умник. Уникум. Так. Все. Чем ты его обезвредил? Я его обезвредил гранатой, но он спустился. А там, кажется, добьют. Ой, какая задница тут творится. Двоих только что. Кое-как на Б ставят, кстати, этот. Угу. Вот что мне не нравится, что вот они дронами минируют. Ну, что уж поделать-то. Тут этот, как эта фигня называется, техника, который высаживает. Амтрак американский. Да, ему я ничего не сделаю. А интересно, это... чем, интересно, как вот это ему чем-нибудь может сделать. Ой, Амтрак, привет. Я в свое Ой, время... у меня 4 было, черт. Было, да, было. Я в свое время в Battlefield во втором залезал на танки и троллил их. Каким образом? А в Battlefield 2 ты не скатываешься с танка, и ты можешь всё, спокойно торчать. Я думал, ты про третью говоришь сейчас. Не, в третьей ты и скатываешься. К сожалению. Второй, да, во второй много забав было. Да. Привет, Амтрак. Ой-ой-ой-ой-ой, Амтрак. Ту-ту-ту-ту-ту, Миша и Дима, как у вас дела? Да вроде норм, все хорошо, да. Антрак убивает, надо его заминировать. Это да, С4 взял? Да, взял, так и я умер. Ну, оживай как-нибудь. Там еще спаунится, так что кинь зажигалку. Зажигалку, блин, кинь, да? Зипарик свой взял и кинул, конечно.
Да, Дима новый ведущий, ребят, собственно. Ему требуются ваши лайки. Да. Я играю как рак. Угу. Ну, может, в соединении повезет. Там, ну, блин. Может быть, да. Не, ну тут все-таки, знаешь, Battle Light такая игра, в которую ты порой играешь хорошо, а порой плохо. Ну да. Ой. Кстати, ну, Hardline ты не ждешь, я так понимаю. Да, Hardline так себе. Ну, это аддон. Ко мне не подходи, там снайпер подложил C4 на мой труп. Mm-hmm. Ты знаешь, трудно, будучи мертвым, подползти куда-то. Скажу тебе так. Стань зомби. Крайне затруднительно. Стань зомби. Тогда мне и C4 не страшно, по сути. Не, ну разорвет, так что будешь делать? Разорвано. Ну, я придумаю. Стоп, они пронесли Б, но не пронесли А? What the fuck? При том, что у них антрак. Или уже какая нет? Какая у нас хреновая команда, скажу тебе так. Давай на другой сервак пойдем, соединение попробуем. Хорошо, сейчас. У тебя же есть сервер в избранном? В избранном нет, но соединение это самый такой... Распространенный? Да. Угу. Нет, о, ё-моё! Ну? Предложение дружбы уже дофига. Ну все, ты ладно. Популярен, добавляй. Да, примем, чтобы побегать. Но потом, скорее всего, я удалю. Ну, что поделать, Десу? Так. Соединение, да? Так, где? Да, соединение сейчас. Вот, чай-линк. Тут он называется чай-линк. Чай что? Чай-линк. Не знаю таких. Вот, на 32. А, британский. Лучше немецкий какой-нибудь. Найди немецкий, он всяко поближе будет. Да. Сколько Дим-то теперь? Да вообще расплавилось. Да. Все, я заходи. Я... Ну, ты мне приглашение кинь, а то я так-то не могу войти, пока ты сам на нем не будешь. Вот. Как раз сад. Лумфини. Тут я покажу, если не активировали Леволюшн местный. А, вот не знаю, слушай, все равно не могу. А, вот все. Захожу. Да. Все, присоединяюсь к тебе. Так. Ой. Пищи. Да, сейчас мы на другие карты пойдем. Ты не знаешь, можно ли звук батл-лога вырубить? Батл-лога нет, нельзя, он от браузера идет. Только если сам браузер глушить. Почему бы и нет? Так ты дело твое. Так. Че я? Как там? У меня портрет. А, все, загрузился, отлично. А, пойду я тогда сразу... А, уже активировали, кажется, Evolution местный. Mm-hmm. Слово такое... Как тебе слово вообще, Evolution? Evolution ужасное слово, потому что оно у меня ассоциируется с революшеном, то есть как бы, ну, революция, но что-то мне кажется перебор, знаешь, вот все эти New Game Experience и так далее, меня еще на этом... А, когда смотрели, как еще его зовут-то... Сейчас скажу. Ой, здесь за китайцев, господи. Когда смотрели мы E3, там нас постоянно глушили одним словом New Game Experience. Просто так достало оно за все то время, что мы его слушали. Не только меня. Да, и я прошу не писать в Origin, Battle-log, чтобы... Ребят. Нет, не в Battle.log, в Origin. А то игра сворачивается тут же. А, да, но это значит, это в Origin надо поставить уже недоступен и так далее. А, я не знал. Вроде как да. Странно, тут должен активироваться кнопка быть. А, да, может ее уже активировали. Кто знает-то. Да я не вижу. Да нет. Вроде бы. Сейчас посмотрю. Проще. Китайцы так дико орут просто, когда рядом с ними стреляют. Нет, тут все в порядке, все мирно. Странно. То есть я видел, как. Активируется-то, а то я как-то не травился. Вода, тут местная дамба взрывается, да. Может, при определенном этапе, там, ближе к концу, как это, помнишь, башня падала на Каспии? Не-не-не-не-не, именно кнопками. То есть это как есть в четверке одна карта, где взрывается дорога. Там надо активировать две кнопки. Там. Все, я тебя понял, да. Перегрев и все. Я не могу ее найти. Это странно. Ну ладно. Нужна игра, да не зачем? Так. О, МГ4 получил. Надо будет опробовать. Качай, классные вещи, то есть хороший немец. Я с ним долго бегал, но недостаточно.
У меня сейчас просто в батле, если я в нее играю, то у меня тема такая пошла, я все пушки хочу прокачать. То есть вообще от начала до конца даже, если вообще их не трогал, не качал. А я по настроению играю. Ну или когда кто-нибудь из друзей заходит, побегаю так. Не-не-не, я в батл сейчас стараюсь время от времени хотя бы заходить, хоть на часок-другой. А то скучно как-то без батлы. Не знаю, у меня есть другие куча у шутеров. Ну, хорошо. Ты-то у нас по шутанам, в отличие от меня, я-то. Ну да. Только батлу играю. Так, ну точку мы захватили. А, у нас все, у нас А захвачено, надо С захватывать. Так, сейчас я стенки заложу С4 и мы прорвемся. Да. А так. Вот вагон, кажись, взорвали. То есть тут еще есть кнопки в поезде. Ну. Ты нажимаешь на нее, и дорога взрывается. Это железнодорожная. А, ты зря меня здесь воскрешил! Воскресил. А, так, сейчас неадекватика в бане, ребят. Маты, рекламы и прочие радости жизни не одобряются. Да. Мы... Так, держи патроны. Ты-то кому? Тебе вроде под ноги кинул. Ой, да, я далеко от тебя, я хочу А захватить. Но... бывает. Будут ли еще стримы по СЦП? Это все зависит от Димы и Елена. Да. Его, собственно, настроя. У вас проблем с экраном? Никаких проблем. Я вот слежу и смотрю, никаких проблем нет. Нет, никаких. И, наверное, я хочу сказать о минусе игры. То есть, DLC. Мало DLC разрушаемости. DLC, весь игры такой, знаешь. Ну, мало разрушаемости. То есть... Ну, как тебе сказать? Разрушаемость порой не нужна, потому что, скажем так, сносить фундаменты домов, это может и круто, а где прятаться-то? Скажи мне. Ну, а смотри, я сейчас на мосту был. Я хотел сократить себе путь. Убить мост, да? Нет, и просто к точке прыгнуть. Получилось как? Я заложил С4, взорвал фиг. Ничего. А, все, понял. Нет, это только белые сносятся, зеленые не сносятся, да, просто белые где-то. И это меня немножко расстраивает. Ну, такое бывает, да. Не, ну вдруг они из титана. Кто же знает. Вот ты знаешь, из чего они сделаны? Я, например, нет. Я думаю, из стекла. Как и белые. Зеленого, да? Есть, крашеное. Ну, не крашеное, но есть зеленое стекло. Крашеное стекло, хорошо. Я запомнил все твои слова, использую их против тебя. Да что, я красил стекло. Справа внизу у вас прицел, что? У тебя справа внизу прицел есть? Я не вижу никаких прицелов. Нет. Я сейчас стрим смотрю и ничего подобного не вижу. Если только ЛЦУ какой-нибудь засветит. Ну, может быть. Затонувший дракон. Ой, надо хоть... А, все понял, да, это на штурме здесь этот замок тут тонет постепенно. Да, это ресторан, на самом-то деле. Ресторан? Угу. Я думал, это замок какой-то. И я сейчас постараюсь взять КДВР. Знаешь, вот это КДВР, что-то в духе АББП. Куда ты меня послал, я не понял. В Resident Evil... Так, не понял. В Resident Evil был забавный перевод в 6-м. Там назвали АПБ, нет, там сейчас, был специальная организация против терроризма. Ее назвали по-русски АБПТ, как-то так. Здорово, да. Забавно. Так, но что-то я появился не там, и я не успею взять этот робота. Точнее, дрона. Кстати, тебе вот дроны как? Нравится, не нравится? Знаешь, я предпочитаю личных, знаю. То есть я не люблю сидеть на месте, там, на жопе отстреливаясь. Я люблю больше бегать и убивать людей, то есть штурмовиком или тем же пулеметчиком, знаешь. Ну, это, мне кажется, куда интереснее, чем сидеть на заднице. И также вот управлять какими-то дроидами, дронами или машинами и так далее. Но это лично мое мнение. Не, мне нравятся дроны и всякие такие роботы. А-а-а. Да. Я люблю будущее больше, нежели... Ну, знаешь, я футуристичности и прочие радости жизни не очень одобряю. Я больше за это. То, что у нас in real life происходит. Сзади еще настреливают гораст. Да, сзади. И ща. У, их там дофига. Ракеты нет никакой? Не, я штурмовик. Ой, я штурмовик. Пулеметчик, проще говоря. Я не помню, как их тут назвали. Поддержка, сбоку. Поддержка, да. Сбоку тоже заходит, но я врыв справляюсь. Кто там умер у нас рядышком? Наш. Все.
Спасибо, что сказал, что наш. Я же вижу, что он умер. Да. Так. Так, я умер, там один... Поднимаю, блин, не успел. Там этот, медик. Так много на ведущих, какой-то масштабный проект. Ну, может быть. Твоя печень мне пишет в комментарии. Господи, извини, дорогая, я зря пил эту чачу. Я не в обиду тебе, скажем так, просто расслабиться надо было. Ну, моя печень в порядке. Отлично. Это мы у нее спросим. Сейчас появится человек с ником Дими на печени, такой, мол, типа, он лжет. Так, в общем, соединение такой странный режим, это какой-то, знаешь, очень медлительный захват, поэтапный, я бы сказал. То есть, если в обычном захвате, то есть ты бегаешь по всем точкам, нас захватили старую точку, надо брать новую точку и так далее, то есть здесь вот тупо по линейке идешь. Не знаю, как-то мне кажется, это не очень камильфо. То есть штурм как-то, вот не знаю, то ли я такой человек, то ли штурм такой классный. Ты про что? Я про карты вообще и про режимы на них. Mm-hmm. Я троих положил только что. Так. А двоих нет, я одну поддержку. От тебя получил причем. Кстати, наверное, надо рассказать, в чем смысл режима. А, да, расскажи, то есть... Да, есть вот 5 точек, нет, стоп, 6 точек, и их надо соединять. Захватывать по порядку желательно, но можно и по отдельности, то есть. И так создаешь цепь. Можно разорвать цепь, а можно и опять же соединить ее. Ну и то есть чем больше соединенные, да? Да, чем больше соединенных очков, тем лучше. Ну то есть точек. Да. Ну понятно, в общем, это такой поэтапный конквест. Так, у нас отбирают F, надо бы ее пойти и отжать назад. И я все пытаюсь дойти до робота, но его тут нет. Тут спаунится дрон как раз. Ты берешь пульт и ставишь его и уходишь куда-нибудь. Управляешь им и все. В принципе, он крепкий, выдерживает две ракеты, насколько я проверил. Две ракеты каких? Потому что ракеты РПГ. Разные бывают. Ну, РПГ обычный. Чем же то мне есть еще проверить? 50 дамага примерно в него вносится, и он уничтожается, да? Да. Потому что РПГ там 25, если не ошибаюсь, становится стандартно. А где это можно в Hardline? В Origin, нет. В Origin или в Play.ru. Да, на Play.ru тоже. Там можно. Она дешевле. Даже дешевле? О, как. Да. Так, ну... Надо соединять цепи. Да, ядрить, да ядрить. Так. И, кстати, сейчас она бесплатная. Кто пропустил? Угу. Сейчас идет фри-то-плейная неделя у Battlefield 4, так что мы обязательно пойдем в обычные карты, точнее, без премиумные режимы, и покажем их тоже. Точнее, поиграем с вами. Да уж, промазал впритык с Desert Evil. Да сейчас мы тебя поднимем, держи. Брати только, дай. Ты 100 хп не даешь, да. Я знаю, да. Я жадный. И, кстати, что-то я хотел сказать. Насчет недели. Насколько я понял, то есть по Titanfall'у, там ты скачиваешь игру, и после того, как запустишь, тебе дают неделю. Вот так вот. Там не как в Стиме. А, то есть ясно. Да. Что два. Ну, как раз таки возможность попробовать есть. А потом уже и решить, покупать или нет. Да, блин. Не люблю я Desert Eagle тем, что у него отдача сильная. Ну, ты же чего уж хотел-то? А я вот сейчас с L96 бегу. Какой 96-й, что я несу в это... Автоматом 46-м или каким он там заболочка называется. И разве раздают? Да, 7 дней раздают, ребят. Мы это имели в виду, а не то, что навсегда. Да. Так, ну слушай, ну у нас цепи разрывают постоянно, это нехорошо. Да, и техники нет. Что странно, потому что были режимы такие же с техникой. Ну а может ты только пехоту нашел, а? Есть же режим с одной пехотой. Не, ну тут есть этот квадроцикл и машинка. Ну, не, имеется в виду без боевой техники. Вот машина, кстати. Че, нашел машину? Угу. Ты где-то азиатик говорит, надо его это, обрезать чуток. На Ашке. Я на Б. Я на... А-а-а.
Так. Так. А почему бы и нет? Что такое? У меня что-то с транспортом. Он не работает. Может, в смысле, не катится или не стреляет? Не едет вообще. То есть назад едет. Может, он просто застрял, а? Нет. Сейчас я быстренько... Ай. Ладно, не время. Я уже забыл, где управление. Скорее всего, слетела кнопка вперед. Может быть... О, господи, здесь... Как всегда, в отле все очень плохо. Да. Так. Что еще? Ну, вопросы говори, есть парень. Интересные? Да я вообще смотрю, отсчет начинается только с времени запуска игры, да. То есть, когда вы ее запускаете, да. Только тогда идет отсчет. Да, по крайней мере, так работало в Titanfall и Battlefield еще каком-то. А нет, не в Battlefield. Нет, третий просто раздавали всем на халяву. Да. Я, кстати, мы спрашивали, как тебе DLC вообще? Ой, слушай... Я отношусь всегда к среднячковым DLC. При наличии премиума как-то все равно. Есть там DLC, нет и так далее. Просто вот выход всяких баллистических щитов и там, не знаю, дезертыглов меня немного угнетает, потому что, ну, порой имбалансная вещь. Хм. Ну, щит легко гранатой решать. Ну, или ракетой, да, я понимаю, но пойми ты то, что я то ли ворчун, то ли за классику. Поднять даже не дают вас. Да, там на крыше засел снайпер. А-а-а. Угу. Я думаю попробовать сейчас снайпера. Или нет, Battlefield 4 сама по себе платная, ребят, поэтому вот. Сейчас я, пожалуй, сменю пушку, потому что надо у МП хотя бы побегать чуток. Здесь городские пространства, здесь, скажем так, расстояния не очень много для стрельбы. Да и ракета лишней не будет никогда, я считаю. Угу. Так. Что еще интересного? Кстати, на этой карте я лучше на этой карте покажу Revolution, я только сейчас сообразил, что он тут есть. Да и какой же? Вода в речке поднимается. А, опять-таки, да. Да, и весь ресторан превращается в плавучий такой-то. Да, да, бассейн здоровенный. Я помню, когда мы на штурме в него играли, все залило просто. Да, но на штурме это все скриптово. Ну, понятное дело, там, собственно, нельзя просто так взять и включить, скажем так. Да. Ну, кстати, самая проблема... Ну, говори ты. Я говорю, самая проблема для меня была получить DAO, вот этот вот дробовик из предыдущей части Battlefield'а, потому что там нужно на одной из карт как раз использовать Revolution, чтобы получить его. А у меня с этим проблема, ибо я играю только штурм. А еще такой вот наш подписчик играет против нас. Вот зараза такая, надо его это... Зарезать. А Таташеньку сделать, да, жетончики забрать. Revolution находится здесь, где дампа. Я не знаю, у Дайс какой-то любовь к дампам. Угу. Такая небольшая, да? Да. И есть кнопка. Вот. Но раньше Revolution-то вообще как был реализован тупо по таймингам. То есть, например, команда проигрывает, обрушивается эта вышка на Каспии. А здесь ты теперь сам можешь все разрушать. Но опять-таки, весь Revolution выполнен скриптово, то есть суть его в том, то, что, сейчас объясню, вот вы наносите просто какому-то предмету определенный ущерб, и только тогда он по скрипту разрушается, то есть, как в армии практически, есть там, например, у дерева определенное количество хп, вот ты его сносишь, и все. Revolution как бы местный срабатывает, ну, разрушаемость. Но по сути своей, от скриптов-то они так и не избавились. То есть, как бы не говорили, у нас бескриптовые и так далее. Все это фигня, ребята. Скрипты есть, и их дофига. Да, и насчет Revolution облом, потому что вот эта кнопка, но она не работает. Очень странно. Ну, видимо, на сервере отключено. Это странно. То есть, техники нет. Тут есть вертолет, к примеру. Вертолет. Ну, вот, может, режим такой как раз-таки. Или ты на других режимах играл? Я тоже? Играл в этом режиме, и был вертолет. Ну, значит, здесь на сервере просто нету. И дрон. А, нет, дрон появился. Ну, хоть что-то. Так, ну так, вот. Так. И сразу заезжу. Давай. Ай, блин. Баклусы был, наверное, на одном захожу в игру, что? А, и стал все лагать. А, ну, может, как раз-таки... Как раз из-за того, что техника у меня не едет, дрон тоже считается техникой. А, ну все ясно. Значит, это только пехота, сервер. Да, и, ну, буду турелью. Ну, давай. Стационарный такой. Да. Хотя, может, меня кто-нибудь подтолкнет.
Чем я тебя руками подтолкну? Попробуй, не знаю, стрельнуть. Может, поеду. Ну, давай. Нет, нету. Ну, ладно. Ну да, с дробак. Ой, к тебе идут гораздо. Ага, я вижу, меня убили. И если я... Оказывается, если ты умрешь, то все, ты теряешь дрона. Вообще? Или да. Просто на время? Вообще. Ну, можно переподключиться к нему. Это сейчас. Хреново, да, что вообще теряешь, потому что, как бы, ну... В чем тогда смысл, Десу? Не знаю. Боль. Боль, да. Я тогда... Вот сервак такой ты выбрал. Просто. Да, я поменяю сервер, чтобы техника была масштабная. Да-да-да-да. И это, людей побольше, а то знаешь, как-то... Играем мы, походу, 32 рыла, то есть это не очень масштабно. Ну, вообще, в итоге. А я не люблю 64. Ну, что. Надо вообще, знаешь, в Battlefield вся суть это в эпичности, знаешь, масштаба происходящего. Так что бери и ищи 64. Ну, ладно, ладно. Почему не играешь? Вообще-то я играю, я с ним, видите, в одном ответе. Баффер гейм. Да, вот он. Нам на F-ку бы лучше. Хотя... Через крышу пойдем. Сейчас я у кого-то жетоны заберу. Ай, зараза, ну кто его застрелил раньше, чем я хотел жетоны забрать? Не люблю такое дерьмо. Хочешь забрать у человека жетоны, честно, зарезать его ножом, там, знаешь, по шее. И тут такие, нет, я, пожалуй, его застрелю, чувак. Облом. Ага. Кстати, вот частые выходы, да, поменяю сервер. Слушай, мы проигрываем, давай поменяем, действительно, да, потому что как-то не очень... Да. Ой, опять куча народа. Да-да-да. Здрасте. Да. Играл ли ты во второй Planet Side, спрашивают у тебя? А, да, играл на русском сервере, там, который 4Game. Иновский, да. Да, но он стал у меня вылетать. Я не знаю почему. Ну, это странно. Слушай, с каким пулеметом? Ты СМГ, что ли, бегал? Я не понимаю. Да, я решил попробовать. Ну, ясно. Так, ну что, нашел новый сервер? Сейчас нахожу, тут мало очень соединения 64. Народ-то на нем хоть есть? 58 из 64. Ой, нормально, заходи. Так, и тебя найти, вот ты. На. Угу. Только у меня, походу, проблема в браузере с куки с этими вообще. С кукичами, поэтому каждый раз, когда я, скажем так, меня кто-нибудь добавляет, это не отображается. Поэтому я жду, когда ты зайдешь, чтобы тебе присоединиться. Да уж. Да есть такие небольшие проблемы с браузером, уже который месяц, не знаю, как их решить, да и не особенно-то охота их решать. Так, здорово, кстати. Здорово, Ноксер. Привет, Ноксер. Почему я начну нормально играть, что ты? А, в комментариях только сердце, его почек Миши, серьезенки Герман не хватает. Ну так-то да. А, нет, играет Дима. Я на комментариях, ребята, то есть я слежу за комментами. Да, ракую я. Да, на обычный сервер пойдем, ребят, но через некоторое время. Да, сколько сейчас? Не сейчас. Сейчас, ой, да мы только полсервера, полстрима отыграли. Ой, не пол, это полчаса. Полчаса. А. Чё, о, офигенно. Чувака, то ли меня лагает, не, это меня уже лагает на сервере. Тебя лагает? А. Пинг. Не, пинг, какой у меня пинг? Просто у меня тут задом все бегают. Странно. Такая клоунада или это чувака так лагает? Странно. Ну ладно. Так, если что, я за Америку. Угу. Сейчас ты с чем? А, я тоже с США. Во, я на тебе сразу же. Ой! Жемчужный берег, что? Жемчужный рынок, извините. Да, другой не было. Слушай, у меня тоже сервак лагает, я в дроби херачу в них, а они как бы это такие... Нет, нет. Ты нас не убиваешь. Ну-ка, я как чей взял, это немецкий. Вау. Сколько это там пинг? У меня не пинг, у меня что-то... У меня нормальная игра, а то я что-то увидел сейчас. Да, вроде игра-то идет нормально, даже у меня не лагает. У меня много. Мыльное что-то, это как-то странно. А, это у тебя, знаешь, что? Угол обзора. Установлен, скорее всего. Как квейки. Ну, до этого все было... Нет, у меня не с игрой, у меня со стримом, вот сам посмотри. Сам? Со стримом? Да. То есть... Мне показывает, что у меня такое все мыльное и маленькое. Странно, я что такого. Сейчас я перезахвачу. Ну давай, перезахвати. Ну игрой вроде нормально захватывается. Странно. Ну я не знаю. О, так. Странно. Какая-то жизнь здесь творится. 64, да? Ну да, 64. Ну вот оно и ясно.
Во, все, начал людей убивать наконец-то. Так, я не знаю, сейчас если будут проблемы, то тогда странно очень, что сервак заглючил, что это. Но... О, я МР второй нашел. Кстати, вот, тут робот работает. Вот он, такой милаха. Тут вообще техника работает, как бы я понял. Ай-яй-яй, убивают. Черт, АМР потерял. Я пока покажу робота этого, как выглядит. Забавный маленький говнюк. Ну что ж ты так грубо-то об этом миленьком роботе, который убивает людей? Ну он стреляет гранатометом и пулеметом. Ну, тем более здорово. У него инфокрасник. Он тебя видит тут, считай, за любыми углами. Да? Да. Ну ты, так. А, будет ли GTA 5 на PS4? Ребят, это не ко мне, это вопрос к Диме, будет ли он ее снимать, то есть... Ну, и не к этому Диме причем, хотя у этого тоже консоль есть. Да, скорее всего, не знаю, я не Ванга и за Диму не буду говорить, но скорее всего... Да, может быть будет, кто знает, ребят. Ай, ну я умер. А что ж ты не Ванга-то, а? Я вот именно с этим расчетом тебя добавил к нам на стримы, что ты будешь ванговать. Да, а ты не знал? Ты думаешь, я взял тебя только из-за шутеров, консолей и прочего? Не. Ну, подучусь, почитаю Ванга для чайников. Почему ага. Нет? Унифилия для чайников. Borderlands 2 играли ли мы? Ты играл? Да, играл, прошел, мне понравилось. Но, к сожалению, поднадоел под конец. Ну, он надоедает сам по себе, как любая борда. То есть со временем прям вообще дичайше надоедает. Да. А со стримом, картинкой нормально? Да, говорят, то, что все стало еще лучше. То есть, по мне, так и так в норме было все. Да. Ой. Не, МГ, знаешь, не мое. То есть... МГ не твое? Да. По-моему, ништяково пулемет, не знаю, что ты жалуешься. Ну, можно покачать его потом, не на этой карте. Не, ну знаешь, тут все оружие, знаешь, поначалу кажется не очень, а потом поставил нужные моды и все. Не, ну начинается... знаешь... Я качаю пушки на этой операции в заперти. Не, ну там ништяк качать, потому что она замкнутая так-то. А сейчас-то бесплатная неделя, сейчас только мясо понабежало дико. Надо бы его пробовать будет зайти. Да. Как раз таки будет возможность покачаться. Так. Кстати, все нормально. Двойное соединение. Кстати, за чем больше, ну, не больше точек, больше соединений, больше XP. На 100 а-а-а. Больше. Да. О, ну, как, слушай, ништяк. Да. Ну, это прокачивать это уже классы можно, в принципе. Но они у меня на максимум все, так что мне в этом нужды никакой умри нету. Не, ребят, через Xbox и через PS3 с нами не поиграть по одной простой причине, то что сервера совершенно разные. Да, тут нету... Не помню, как это называется. Ну, это разделение серверов по консолям. Кроссплатформенность не поддерживается. Это да. Норма, как бы. Не, ну, если когда-нибудь кто-то будет стримить... Я дрона нашел! Хватай и прятайся. И беги! Да. Я понял тебя, хватай и беги. А у нее есть дистанция какая-то, ограничение действий? Нет, совершенно, по-моему. Не знаю, пока на меня рискок гонял, нет. Все, поехали! Ло-ло-ло-ло-ло! Сейчас будем. Так, приближение. Сзади. Двое, один, по крайней мере. Он меня сейчас убьет! Ну, пока не убил. Пока он что-то стоит, ждет меня. Зачем? Я возьму тогда сейчас инженера. Нет, он меня не нашел, походу, просто. Так, робот твой как? Да вроде в норме, сотка. Так, один около здания и на крыше. На крыше долбани гранатометом. Джип, по-моему, переключать. Лев. Не-не-не-не, как двоечка. А. Еще лучше. Ну, блин, это гранатомет с навесом, вот это неудобная вещь. Ну, как, наверное, все нормальные гранатометы. Это ж не Call of Duty. Есть же ракетометы, а не гранатометы. Не, говорю, есть же Call of Duty, где там гранатомет стреляет по прямой. О-о-о! Все, меня убили. У него переглиф, оказывается, быстро у этого. Шелуна маленького. Ай, умер. Срастащили. Так, ребят, все, кто пиарит себя там в наших комментариях, я вас баню. Баню на вечность, баню бескомпромиссно. Без предупреждения. Да, не, ну я предупредил, что я вот сказал, что забаню.
Ну, без дополнительных предупреждений, скажем так, да. То есть сразу, раз и навсегда. А разбанит вас уже никто. Я этим не занимаюсь, и явно кому-то другому неохота будет этим заниматься. Так что, если вы будете шалить, учтите, это ваша последняя шалость. Злой Миша. Нет, не злой, это справедливо. То есть надо понимать, знаешь, что людям неприятно читать, в том числе и мне, такую херню, поэтому я буду за это дичайше банить. Ай, зачем ты меня поднял, когда я хотел забанить человека? Ну все, может не поднимать, меня убили. Эй, снайпер. Я, наверное, возьму сейчас снайпера, покажу эту КС-5. Ага, полежу на месте такое, значит, покайфую, пока здесь остальные бегают такое. Вы работаете, ребята, а я так побегаю, да? А я так посижу, да, подумаю. Да, извините. Ну, как раз. Ой, жетончики, блин, жетоны не отдал, чувак. Побежал ко мне навстречу, видимо, меня услышал. Я говорю, здесь снайпер противника. А вот, кстати, насчет того, что я сейчас попал в чувака, но не убил. Да? КС, что ли? Да. Впритык попал. Ой, там жесть, короче. Ракетометы. Ну, вот такие вот, да. Ну, я, кстати, снайпер не лучший. Аллах Акбар за спеца. Чуть-чуть на дно танка или БТР-С4. Ну, ребята, это, скажем так, такое тоже бывает. Видал. Это потом. Налеплю С4 на что-нибудь. Ага. И полечу с ним куда-нибудь. Не, летать я не люблю. Поздравляю с днем рождения, чувак. С днем рождения. Всё. Ну, Ник бы сказал бы. Ой. Нет. Нет. Сможет ли он сфоткать, то поставить на его ничего. Он кого сфоткать? Что? Меня? За что? А, видимо, в игре сфоткать. А ты человеку на АВА ничего поставить? Ладно. Как бы вопрос это, а зачем это здесь, да? Слышь, дай-ка жетончики. Спасибо, чувак. Не, и знаешь, я снайпером нафиг не буду. Не люблю я их. Не люблю. Ай, господи, как много врагов, а я всего лишь дробовиком. Ой-ой-ой-ой-ой. Не спасу, прости. Увидели, да? Ты лучше отстреливайся, там у многих китайцев. Да, патроны закончились. Как я уже говорил, моя единственная слабость. Это свинец, да? Я человек-человек. Супер-человек. Давай. Я, короче, пулемет взял, мне, знаешь, как-то уж все равно, я хочу убивать. А, сзади. Нагнито. Не знаю, не сзади, я вот спереди убиваю. Дай на АВУ. Хотя еще рано. Побольше карта будет? Блин. Ну, ребят, все зависит именно от самой батлы, а не от нас. Мы сейчас хотим новое DLC показать. Ну да. В принципе, осталась пропаганда и... И все. Угу. По сути. Пропаганде, так. По-моему, нету Леволюшина. Ну, сама пропаганда классная именно в штурме. Я ну вот да. Пробовал, нет, там поезд. Точно. Там поезд. И там техника есть. Танк. У двоих. Тут, короче, ситуация странная. Чувак подбегает, воскрешает своего друга китайца. Наш его режет. Я пытаюсь застрелить того, кого режут. Я при этом китаец снизу берет и просто ракетой под себя выпускает. Вот что за херня так что произошла? Китаец что-то хочет. Под себя ракету. Такой за Ким Чен Ира! Кстати, не, бульдог неплохое оружие. Но в магазине 25. Мало, мало, да, патронов. Даже 21. Ну, вот что не нравится в этой карте, то что здесь соединение, оно на разных этажах находится, а не на одном. То есть бегай наверх, бегай вниз и так далее. Вот это неудобная штука. Многоуровневость, да. Да. Так. Ну, кстати, очень необычно. Ну, так-то да. А, китайцы! А, все, китайцев убили, ништяк. Скоро еще хитрец! Там еще китайцы. Скоро еще и Call of Duty выйдет. Ага. А у AA только Dragon Age. Ну, только, нифига себе, блин. Чуть ли не главный релиз года, а ты такой только. Ну, лично для меня он как-то... Не жду. Подожду отзывов. Ну, ты по шутеркам. Это нам с Вовочкой RPG-шечки это давай. Не, я RPG тоже играю. Mm-hmm. Я хоть основа RPG-шутеры, но и в другие жанры играю. Я ж сошел бы с ума играть только в шутеры. А я бы нет.
Мы как мы проиграли-то, елки-моталки? Че мы с тобой проигрываем? Заходим, проигрываем, проходим, заходим, проигрываем. Нас спрашивают там... Да, в отряде. 2 часа будет. Да, 2 часа, и... Сейчас, если какая карта будет, если сейчас будет пропаганда, то все хорошо, остаемся на этом сервере. Если нет, то пойдем уже на обычные сервера. Потому что, скажем так, ребят, ну, все-таки люди тоже хотят с нами поиграть. Но время-то уже, да, полстрима прошло. Когда Вартандера? Вартандера больше не будет. А, Кинченер от Корея. Да, Китай же как там... Мао Цзэдун, точно. Или типа того, я не помню, как его зовут. Ну, какая разница, Корея, Китай? Извиняюсь, да. Не забываем, кстати, про лайки. Лайки помогают. Да. Так мы... ПЗР попадает в топ, и нас смотрит больше людей. Больше людей, больше стримов и других программ, как ММО Смотр, Индиго. Смотр просто. Ну, в общем, мы поняли. Других передач больше, да, ребят. Соответственно, помогать каналу развиваться можно еще и таким вот образом. Я заметил, у тебя, кстати, разведчик не прокачан. Ты что, за него не играл? Кстати, жемчужный рынок опять. Нет, я не играл. Пошли, короче, на обычные сервера. Че, штурм пойдем или как? Ну, на обычный карт. Да, давай штурм тогда. Сейчас выберем где-нибудь что-нибудь. Да, и поменьше людей. Поменьше людей? Не. Ну, не, то есть 64, но чтобы изначально поменьше. А, ну побольше, да, игра, да, людей зашло. Сейчас, давай. Как-то так. Штурм. 48-64. Нормал, в принципе. Ага. Ну вот, нашел какой-то... Нет, плохо. Заходить? Ну, ты, если нашел, заходи, конечно. Я из этого пока выйду, сервера. Вау, а чё, только одна карта? Ой, не надо уходить с этого сервера, если там одна карта. Вот, я нашел полностью пустой сервер. Здесь 64, по идее, и все карты классические есть. Нормал. Захожу на него, если чё, сейчас тебя докину к себе. Угу. А что не кидается? А там надо чуть не в самый, не в саму табличку, а чуть выше. Нет, вообще не кидается. Странно. Ну это, видимо, опять-таки у меня проблемы с куки. Сейчас, короче, перейду. И зайдешь, Кирс, на сервер. Все, захожу. Угу. Я думаю, другие люди подтянутся. Запросто. Ну так-то да, сейчас присоединяться. Мы пока с тобой побегаем тут друг с другом или против друга. Угу. Сейчас мы тебя пошатаем. Я тогда буду пользоваться другими снаряжениями. Угу. И читами. Да, ты такой. Нет, читы это нафиг. Читы это не по-пацански. Да. Я люблю убивать читеров. Да, это правильно. Так, еще один человек стучится, окей. Пшешка? Кого вы пшеком назвали? Осада Шанхая. Да, ну такая нормальная карта. Правда, давно уже не играл на штурме обычно, я все-таки в премиумный штурм обычно играю. Экран черный, ребят, потому что мы между серверами переходим, это норма. Да. И у тебя вылетала хоть раз игра при падении здания? Нет. Чему Бакштейн Дмитрий в КПЗ? Я рассказал эту замечательную историю, но не расскажу. Нельзя. Да нет. Просто, скажем так, Дима умеет постоять за себя. О, танк. Ничего серьезного. Да, это норма. Такое, знаете, с каждым случается раз в 3 года. Так, ребят, собственно, если у вас уже есть батла обычная, то есть, которая раздают, заходите на сервер, мы вас ждем. Да. Так. Странно, долго загружает. Ну, это вот, смотри, сейчас он прогрузил, по идее, сейчас должно быть уже сражение. Если что, добавляю везде, кроме... Нет, не снимаю этого скайпа. Так, я оборона. Я тоже. Зашибись. Пошли тащить. Врагов-то свой... нет. А, ну все равно пошли. Давай тащить. Я пока для Авы, чувака, тебя сфоткаю. Ну, он сфоткает. Ну вот. Где? Стой. Стой, давай все вместе встанем. Так, ребят. Давайте на солнце.
А, на солнце? Ну пошли на выход тогда. Идем, идем, идем. Возьму чего-нибудь такое несерьезное. О, заточку. Так, давайте к бафу. Так. Не надо себя взрывать. Так. Так, а где это? Ой! Что, загрузка? Ай, какая загрузка, что я делал? Инженер. Сейчас. Хорош землю сношать. Ты не хочешь пулеметчик, зомби? Да кот. Ну ладно. Так, как-нибудь. Сейчас все подойдут. Угу. Так, все вместе. Так, ну давай как-нибудь рядочек станем. Медик. Кто-то, я не вижу ник. Так, так, как-нибудь кружок. Вот так. Посмотрели на меня? На тебя? Да. Медик. Я не вижу, мне нужно поставить режим этот для дальтоников. Сейчас. Все, собираемся все в кучку. Так, чуть-чуть назад. Вон, можно? Вон тебе, в глаз. И... Все. Раз, два, три. Все, сфоткались? Да. Враги да. Появились, айда защита. А. Ради приличия. То... Сейчас я поставлю режим дальтоника. Давай. Ой, командиры еще подсоединились, нифига себе. Все, прорыв начался. Где наши враги, к слову? Слушай, а где режим? Просто. Я не знаю. В третьей он был. Ну, слушай, в четвертой вроде тоже должен быть. А нафиг тебе режим дальтоника, я не понимаю. Я не всегда вижу нормально. А-а-а. То есть в Battlefield есть слишком... Ну, короче, потом все заснял. По идее, все заснялось, я сделаю. Потом предскрин. Вертушку, слышку. Все, 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 ребята, они наступают. Да, пошлите в бой. Ломать. Вертушка сразу на мид, Абрамс едет. А я медик. Ай, меня снайпер чекает. Ща поднимаюсь. Они, стоп, они наверху здания. Как они туда? На вертолете, как же еще? Тут есть вертолет? Как бы да. Так, убил одного снайпера. К нам танк подъезжает, будьте осторожны. Это да, это нехорошо. Тут еще наш как-то дурью страдает. Я ему ничего не сделаю. Если только попрыгаю на него и все. Ну не надо, не надо. Так, танк подъезжает. Все, взорвали. Молодец наш. Стоп, ты атакующий или защита? Я защита. Я тоже. Ай, хотел танк взорвать, а в итоге убил меня он. Так, сейчас забаню, да, человека в чате. Опять не... Ой, на крыше, во-первых, а во-вторых, не рекламируйте, не оскорбляйте людей. Да, это хреново, ребят, я слышал. На крыше они, что ли? Да, все-таки на крыше. А Миша как око с урона следит за всем. Да, точно. Все, нету, двух снайперов снял. Ну, у них еще есть вертолеты, поднимутся. На точку, айда. Видишь, новая вертушка. Ага. Не, я вижу этот. У нас командир, офигенно. Кстати, я знаешь, что не бил ни разу? Как командир томагавки запускает. Серьезно, вот этого ни разу не видел. Они не на всех картах. А-а-а. Да. Тут вроде как должны быть томагавки. Тут нет, по-моему. Не, а в пресс-релизе-то, помнишь? О, не пресс-релизе, а когда это... Показывали игру, томагавк здесь был на карте. Режим... Какой у нас этот... Штурм. Там захват, по-моему, был. Да, там захват. Там есть. Потому что там захватываешь точку, получаешь какой-то бонус. Там. Да-да-да. Так, все. Кто-то уже крысит, кто-то убивает, кто-то бегает, ништяк. Я помню, когда был командиром, томагавком кучу снайперов поубивал. Все правильно, так с ними и надо. Так, не толпитесь, ребят, нас же снимут здесь просто. Так, уже подходит к Б. Снайперастый, а, я застрял! Жопа в огне. О, все. One shot, one kill. Ну, лак just kill, да? Да. Снайпер проклятый. Умри в мучениях, гад. Там все на крыше в основном. Да, понятное дело, оттуда и десантироваться легче. Но танк-то, понятное дело, снизу идет.
Купон на скидку рекламить можно? Да, нужно. Да. Стоп. Купон в Стиме, который? Не-не-не, на Плееру. А, тогда это да. Нифига себе, нагло еще и десантируется к нам на голову. Вообще обомлели. Раз, два, три, четыре, пять. Все равно 20 хп дал. Какой IP, ребят? IP не скажем. Не знаем, точнее. Да. О, господи боже мой. Но это того стоило. Что-то подорвал, что ли, танк с собой? Не танк, это убил пулеметчиком машину. У нас есть так... у нас техники нет. А не, есть. Мы уже у нас танк должен быть по идее на втором этапе и на первом. Ой-ой-ой, танк, прекрати. Господи, снайперов-то сколько понаехало? Кошмар какой. Да уж. О, бежим. Сейчас нам пулемет брать нормальный. Ссылочка, не хочу бегать. Кстати, что меня в Hardline позабавило, это анимация ножа и палки. Палки? А, да, да, когда он душит. Да. Вот это классно было, да. Не, ну Hardline есть свои фишки, знаешь, интересные такие, прикольные, но по сути тот же аддон. Ну, не знаю, я куплю, я жду. Ну вот ты купишь, я не хочу на свои бабосики покупать такое. Так, танчик. Включай то, что стоит, он будет 1,5 штуки, как всегда. Так. То есть Ubisoft цены загибают, и эти загибают. Прям перебор какой-то. У меня почему-то не едет техника, это очень странно. Справляй как-нибудь. Сейчас посбрашиваю и все. Так, а где они? А, они, скорее всего, на крыше сидят. Эй, танкист. Ну ладно. Слушай, а что так мало тикетов-то? Мы уже их Ой, фу, отстой. Ну, бывает. Ждем ли мы Assassin's Creed Rogue? Ты ждешь Рогу? Rogue не очень, потому что мне кажется, он выйдет на ПК. То есть. А ты только на консолях играешь, да? Нет. Я играю на ПК, я просто подожду на ПК, она, по идее, будет дешевле. Ну там в том же, в других магазинах интернета, типа play.ru. Ну вот кто знает, кто знает. Да. А так. Если нет. То пофиг совершенно. Это будет тот же четвертая часть, только без подводных плаваний. Это будет тот же Assassin's Creed, что и всегда. Не, ну, сам Assassin я жду, это этот, Unity. Потому что там красивый город. Слушай, у меня чуть батла повисла, у тебя нет? У меня нет. Смотрю процесс. Сейчас перезайду тогда, попробую быстренько это сделать. Угу. Если, конечно, впустить. Если нет, ну что, посижу тогда. Ну, если впустят, я думаю, человек место. Выйдет. Ну, у меня первое место, все нормально. А. Золотые наборчики открываешь. Что у тебя все 54-й, как-то ты мало играешь, что ли? Ну да, я для говорю, для развлечения. В четверку я много наиграл. Я вот, когда только начинал играть, у меня был... А, слушай, я добился снова, у меня снова первый дивизион дробовиков. Наконец-то, соскучился я по нему. А то, знаешь, все там со снайперками и так далее. Я такой, первый дивизион дробовиков. Там у меня был первый дивизион по гранатам, первый дивизион по воскрешению, первый дивизион по пулеметам и так далее. То есть, как бы, когда только начинал играть в четверку, то есть, рвал когти как только мог. Ну, а сейчас как-то вот помедленнее, что ли, стало. Так, я не понимаю, идет вход, почему мне говорит это подключить через диспетчер? Бред какой-то. Ну, вылетело сейчас, перезайду. Да, бывает. Так, Горастик, все, первое место в очереди, это норма. Говорю, если что, я думаю, человек выйдет какой-нибудь, чтобы. Ну, посмотрим, может просто вылетит. Нет, все равно у меня какой-то глюк с техникой. Я не умею ездить. Странно. Может перезапускать. А, то есть молоток сейчас, да? Угу. Может, кто знает, скажет, в чем прикол. Скажи мне, как включить режим дальтоника-то? А, режим дальтоника. Опции, видео, по-моему. Нет, стоп, не видео. А, да, видео и там поддержка дальтоников. Мне, поддержка, ну, вот... знаешь, такой патроны раздают дальтоник, такой, чувак, держи. Очень грамотно, да, хорошо, хорошо. Как погодка у вас? Я не знаю, я с кондиционером уже второй день сижу. У меня жарко, кондиционера нет, комната вообще вся закрыта, чтоб шумов не было. Короче, мне хорошо. Я что-то не могу подсоединиться, что-то не знаю, сейчас попробую. Я люблю сухость. Вот это прикольно. За комментариями, я за комментариями, ребят. Прослал момент, ну где Вова? Не знаю. Какой Вова? Какой Вова?
Где есть Вова? Побегаю в новом камуфляже. Да, что-то не заходит мне в атлас, странно. Очень-очень странно. Ну, ну да, значит, посижу на комментах. Хотя не по идее вышло. Тьфу, зашла наоборот. Бред. Battlefieldный бред. С Юнити выйдет пока. Ну, Юнити это понятное дело, а вот насчет Роги не знает никто пока. Я думаю. Посмотрим, о, тебя геймплей, чувак убил с этим. С знаком Доги. Вуф-вуф. Да. Стач броня, матч танк, вуф-вуф. ZOMG. Человек. Ну окей. Я запоминаю иногда ники. С целью. Именно. Просто. Ну, кстати, по поводу ников, вот я твой ник тоже запомнил, потому что когда я только начал делать стримы на ПЗР, да и не только, а Гораст, собственно, был одним из первых людей, что играл с нами все время, добавился ко мне в друзья, чуть ли не в каждой игре со мной участвовал. Да. Зато сделал Вову, я не буду ни в чем признаваться, не добьешься. Я помню, как ты это, я на вертолете летал, это, по-моему, было в бете, ты сказал, Гораст, молодец, и то ли я врезался, то ли танк долбанул, я упал, ты... Да Гораст! Да, такое так бывает. Так забавно было. Эх, ностальгия. Учись все геймпады, джойстики, рули и так далее. Возможно, в этом проблема, говорят. Дополнительные устройства. Кстати, говорят, да. Но вырубать геймпад я не буду. Это надо в ад заходить, где горит компьютер. Я, знаешь, все вспоминаю, как горит у меня компьютер. Что стало с Димой Бакштеевым? Он отсидел сутки в обезьяне, точнее, ночь. Такое бывает с каждым. Я думаю. Ой. С тобой такое бывало? Нет. Меня только максимум один раз в челюсть долбанули и все. Ну вот. Ой, господи. Так. Чувак, вот ты заспамил. Вот я за это могу тебя уж забанить. Угу. Чего это за ситуация? Я смотрю, ты лежишь под вертолетом каким-то и так далее. Да и как под каким вертолетом? Я не лежу. Ну, у меня задержка же. А-а-а. Сыграть с вами, ребят, бесплатная неделя Battlefield 4 доступна, так что можете попробовать поиграть. Да, но вряд ли успеете скачать. Он весит, он десятку. Из атак уже, да? Да, я атака. Так. Так, танк, давай, тащи. Я в тебя верю. Ну, я за защиту зашел. Пойду. Поубиваю вас, что ли? Снова за китайцев. А у меня ж нет C4. Как бы его обнял. Там танк внизу, поэтому будьте осторожны. Ага, спасибо, это наш танк. Грант там пишет, привет, ПЗР. Привет, привет. Иногда обращаю внимание. Сегодня больше стримов в планах нет? Да, нет, ребят. Сегодня стримы у нас вот крайние на неделе, я буду вешать новое расписание. Нет. Так что вот все. Будет много чего интересного. Да, включая то, что не пропускайте. Завтра будет стрим по презентации как его, Call of Duty Advanced Warfare. Mm-hmm. Нам разрешили, в общем, показать презентацию с переводом на русский язык, так что вот. Mm-hmm. Пропускать никому не рекомендую. Да, потому что я как раз первая Call of Duty, которая делается 3 года, и от новой студии. Три года делать колоду, что там делать три года-то, ё-моё. Ну, как видишь, делают. Раньше год был. А, нет, 2 года. Так, здрасте. Так, это не тейбаф. А жаль. А ты что, меня ищешь? Почему бы и нет? Скажи, ты на танке? А, мы выиграли, все. Да, все. Такие вот. Я хорошие. Только спустился. Не, вот этот минус серверов со 100 тикетами, они проносятся прям быстро, ни о чем. Это отстой, конечно. Потом будете играть в батлу? Ну, может быть, да. Да, я так понимаю. Ну, то есть, если имеют в виду следующие стримы, то под DLC, наверное, если только. Если, ну, все, да. Если все, я останусь, все будет хорошо. А это, ребят, зависит только от вас, так да. Что Димин, нужны лайки для этого. Лайки нужны всем. Ваш пи. Чем мы помидорку за решетку упрятали? Как корабль назовешь? Так и потонет. Так что Дима у нас теперь
Зарешеточный. Будет с КПЗ вам записывать. Летсплейчики. Да. Так. А где бесплатная версия Battlefield? В Origin, ребят. Доступна неделю. Да, там прям баннер такой вам в лицо так. Хренак. Бесплатный БФ на неделю. Угу. Вы ждете третьего Ведьмака? Я, да. Да, тоже жду. Хочу посмотреть, что выйдет. Скидки на батлу будет до какого числа? Не знаю. О, господи, плотина Меконги. Вот здесь 100 тикетов просто пролюбливаются на ура, я считаю. Да. Я, кстати, даже Ведьмак 3 хочу с фигуркой взять. Коллекционочку? Угу. Ну ты ваш ПМ. Нет, тоже хотел бы. Но проблема в том, что я боюсь, что ее распродадут быстро. Конечно, ты что, это последняя игра в серии. Да, думаешь, последняя? Ну, возможно. Кто знает, как получится. Mass Effect тоже говорили последним. Ой, я надеюсь, что четверки будет не Шепард. Потому что, ну, убейте вы его уже! Знаешь, как внезапный поворот в конце. Угу, внезапный поворот. Сюжетно-поворотный танец. Так. Платина. А у нас водитель покинул. Вертолет надо занимать. Да, кстати, не люблю так таких игроков. Гомосексуалисты, я считаю. Зачем кидать технику? Вообще. Непонятно. Вообще. Техника это круто. Только. Ааа, я сейчас его разобью, давай вверх. Есть! Ага! Я вырулил его гораздо! Молодец, только я загружаюсь. Плохо быть тобой. Да, пока свернусь, приму еще десяток людей. Чтоб они подсоединились. Так, так, так. Ня. Ня. Все, ня. Опа, она остановится. И ко ловушке ожидание 12 секунд. Тихо, на дно, садимся. Все, сел, нормально, жив цел я. Винт теряет управление, нормально, все. Вылетели. В смысле вылетели? Ну, в смысле нормально, полетели дальше убивать. О, хорошо. Так. Ты что думал, я тут разобьюсь, что ли? Дай угадаю, ты... Атака. Да, на вертушке. Отлично, я против тебя. Где ты там летаешь? Иди сюда. Давай, подлетай, подлетай. Я нафиг покину этот вертолет. Звезду такое счастье. Там в речке. Я не хочу разбиться нахер. Чуваки в речке, вот. Ага, ловите его, да? Ловите наркомана. Да. Пилота. Речки, блин, нифига себе речка. Кстати, многие жалуются, что Battlefield 4 такой же, как и третий. Да, как бы это просто считается очень крупное дополнение к третьему Battlefield, но вообще, как я лично считаю, добавили много чего не хватало в третьей части. Да, но в Hardline, зараза, только догадались, что взять патроны можно было это, нормально так, подходить и я зажать. В смысле? А, ну, брать да. Патроны и аптечку. Да. Есть такая тема. Блин, на 100 тикетов мало, очень мало. Тут не разгуляешься на них. Так, дульный тормоз получил для этой пушки. Дульный тормоз это хорошо. Но для нее бесполезно, она и так. Не, ну дульный тормоз он снижает вертикальную отдачу, это отлично. Ну этой пушки фактически ее нет. Но я считаю для всех полезен. Тогда ставь этот, который горизонтальный или как он там называется. Не дульный тормоз, а компенсатор, вот все вспомнил. Компенсатор. Ну, тоже можно. Хотя обычно я пользуюсь глушителем. Да, но глушитель это не серьезно. Но зато стелс. Угу. Весь просто стелсом обмазывается. Ну да. Ай, китаец убил. Так, чё там? О, еще один вертолет. Ты пилот? Нет. Ах ты ж, зараза, почти. Ну ладно, повезло тебе, парень. Я не пилот. Я пулеметчик, который с него спрыгнул по-идиотски. Ну, сегодня, как я вижу, кто умирает, удачно. Да. И все, мы уже выиграли. Да, мало, ты прав. Очень мало. Ну, очень мало очков. Ну, говорят, не сгуляться ничего. То есть снайпера здесь только отыгрываются, все. Да. Ладно. Может, есть сервак, где больше тикетов, пойду поищу.
Так, классик батла. Так, это сколько здесь? Ну, здесь 150 тикетов. Кнайф онли? Штурм, кнайф с одними ножами. Ты себе представить это можешь просто? Я играл. Но я играл на либо пистолет, либо нож. Ну это ж бред, по-моему, не? Нет, это весьма весело, и пистолет покачать можно. Ну так-то да, но... скажем так, что-то слишком круто для меня. Проблема... Нет нормальных серверов. Не, проблема в том, что в третьей тоже такие серваки были. И нож был нормальный. А сейчас проще подождать, когда на тебя нападут, ты контратаку жмешь и все. Если не сзади, конечно, бьют. Ну да. Но это не Dark Souls, что сзади. Не, ну здесь же бокставом считай так же, то есть жетончики отбираешь инстакиллом. То есть, а если спереди атакуешь ножом и потом F, то да, так проще в разы. Не, ну в DC есть баги из-за пинга, когда человек просто телепортируется. Ну да, 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 есть такое. Сам сталкивался уже. Ну, некоторые специально вызывают себе перегрузку сети, чтобы лагать, скажем так, намеренно. Mm. Такие вот читерасты есть. Так, ладно, теперь мы в обороне. Сираков нормальных нет, что поделать. Окей. Так что играем так, как есть. Давно я не летал, и звука опять нет в игре. Ой, это норма, это первая секунда. Пытается сбить. Уху-ху-ху, получилось! Понравилось! Прыгаем, мальчики! А, черт. Убит в бою. Вертолетом собственным. Кстати, это очень реалистично. Ну да. Никто не прыгает с вертолета. Пилоты особенно. Ну только из последней секунды. Хотя если лопасти разлетятся, там вообще такая радость будет. Ну да. Фига себе, уже альфу проносите. Кстати, в хардлайне я не слышал их главную мелодию. Вот эту. Ту-ду-ту-ду-ту. Я тоже не слышал. По-моему, там даже нет, как мне кажется. Это печально. Мне она нравится. Ну, может, кто в бете ее не ввели, кто знает. Эээ. 5-0-6-7, 5-0-6-7, 5-0-6-7. Типа нехер заряд мне закладывать. Ай, забавно. Знаешь. Дай народ попугаю, что ли. Суми замерзла. Чуть замерзла, Катюх. Холодно. Намекает, чтоб согрели. Ты слышишь это? Ну я про тебя. Руки! Так я про тебя. Держи так, чтобы я их видел. Вот. Вот и вебку показываешь, да? Вот, держу. Не, я про тебя. На тебя намек. Чё это на меня намек? Чё это на меня? Ну ладно, ладно. Я всё запомнил. Я тоже. Блин, надо из здания избегать, а то его сейчас обвалят мне на голову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всё нормально. Я хочу просто ваших этих попугать людей. Сейчас мы тебя испугаем. Не. Я, короче, открываю дверь, а там какой-то скромняшка, знаешь, сидит, его убивают. Да уж. Ракетой-то ты зачем в меня стрелять? А то вот Леволюшен, это, по-моему, дамба. Да-да-да, она обваливается. Видишь, она и так разрушенная, но ее можно в край обвалить просто. Это бесполезно, воды там нет. Ну, все равно обвалится. Я только сейчас задумался, что я на стриме, я палю свою, так сказать, тактику. Тактику палишь, да? Угу. Батле очень много тактики, просто обмазываюсь ей каждый день. Кстати, в хардлайне тактика есть. Ну, я не знаю, как ты, а да, в хардлайне есть тактика. Battlefield тактичная игра, конечно, здравствуйте. Ну да, я, смотри, прятался, то есть нет, забирал деньги, поднимался наверх и по зиплайнам. Для этого надо додуматься до этого. Фантазер, молодой человек. Да, а ты как думал? О, танк, привет! Аллах Акбар! Танк! Хе-хе-хе-хе, привет, иди сюда. Иди, мой маленький, ко мне. А, нет, сейчас убьет человек. Катя заметила, что ты молодец, да? Угу. Эй, подожди меня, чувак. Кто наш танк снес? Я найду тебя, по IP вычислю. Спасибо, поехали. Let's go. Хомуха. Проиграли. Нет, 100 тикетов это не кул.
Ну да, да тут не 100, тут даже 80 примерно, даже не знаю, очень мало, ну очень-очень мало. Надо искать сервера именно забитые, то есть там, где именно под 40 или больше. Но зато вот так... Вот кто снес наш танк, я видел тебя, то есть ты уничтожил. Не, я его не уничтожил. Его добили. А-а-а. Просто я рядышком с ним как раз упал. Кстати, как тебе добавление вот с этими авианосцами добавили лодку на воздушной подушке? Бредятина, вот эти Neo Strike вообще по сути свои. Такая херня дикая, потому что когда я вот играю что Neo Strike, там нужно охренеть какое расстояние проплыть, чтобы дойти до точки, где тебя скорее всего сразу пристрелят. То есть, ну, невозможно играть Neo Strike в штурме. А вот это вот штурм авианосца, это вообще полнейший бред. Ну, да, в 2000 там каком-то было лучше. Но, к сожалению, серваков уже нету. Стоит ли покупать четвертую батлу? Ну, ребят, тут все зависит, конечно, от вас. То есть, большинство людей все-таки не покупают премиум, а играют в классику, да? Я вот нашел один сервер исключительно с премиумными серверами. И как-то он мне очень вкатил. Но поймите, там штурм и все премиумные карты. То есть только ради этого, разве что брать себе примак и батл четвертую. Да, если... Ну, а так все классику играют. Да, или подождать хардлайна можно. В принципе. Там сейчас начнется, все будет. Там механика как в Bad Company 2, как по мне. Если не изменят ее, то там хорошо все с механикой. Ну, посмотрим на самом деле. Да, вот бета... У нас еще не вышло. Ну, перед выходом будет еще одна бета. Опа! Так, ты в защите или где? Защита. Ну ладно, сейчас мы тебя пронесем. Ну давай я попробую урву. Да, все, я теперь. Атака. А, ты тоже за атаку. Я не помню, в каком мы там отряде. Во, сам найдешь еще. Все, я с вами. Сразу обстрел дичайше начался, как только подбегаем к точке. Вот просто невозможно. Сидят да. В бронетехнике, во всем, то есть, ну как бы понятно. Да. Танк у нас есть? А, нет, здесь пока нету. На следующем этапе должен быть. А, ну я тогда сам сейчас поменяю и инфокрасник включу. Давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А где она? Вот здесь лесистая местность. Здесь прям необходимо, значит, иметь у себя инфракрасный, то есть, потому что иначе не обнаружишь этих ребяточек. Возьму калашников. Ну, давай. Кстати, тоже можешь с ним побегать, что ли? Чем подумал. Так, а он не открыт у калашников? Ну, да, кстати, у ИКНВ есть минус. Какой дальность. Же? Да, а у СПВО все-таки такого минуса не очень много. Ну, поехали с СПОшки тогда. И все-таки я не люблю такие прицелы. Ну, они закрытые, да, это не очень хорошо. Снайпера! М98Б, вот она, я помню, была читерской в третьей части. Причем третья часть была чё странным для снайперов. Там, если ЛЦУ поставишь, 100% попадешь в противника. То есть, ну, не знаю. Не надо было с ЛЦУ брать на опережение так, и всё такое. Так, мы здесь прорвались вниз. Так, она, я не добежал до Б. Я закладываю на Б. Отлично. Так. РПК. Мне вот нравится это оружие из третьей части. Ну да, то есть я вот тот же дробовик ДАО хотел открыть, но не дали пока такую возможность. Так, ну Б мы сейчас пронесем, она здесь легко проносится. Санитар. Все, Б пронесли, осталось А теперь только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не это. Не убили, мягко говоря. Ой, тьма тьмущая просто здесь подземки. Не могу здесь ориентироваться, трудно. Гарас, ты куда побежал к ним на респаун? Да так. Ай, ну это того стоило. Прогуляться, да? Значит, тики-то тратишь пустую просто. Ну, зато вот ропера зарезал. Крысу. Я поэтому не люблю штурм, он замкнут. Ну, не знаю, по-моему, штурм как раз-таки нормально. Если играть нормально, то и штурм в норме будет.
А сверху, на грузовике. Да ты что, не заметил? Это Desert Eagle. Гораст, лежи. Лежу. Держи. Я поменяю Desert Eagle на мой любимый пистолет. Давай. Я сам с кольтом бегаю, не люблю Desert. Несмотря на то, что он такой имбовый по урону, но точность и отдача мне неконтролируемая. А может, я рак? Может, ты рак. Это всегда чаще всего является очень важным фактором. В первую очередь спроси себе, не рак ли я. Танк! Че, увидел? Да. Да, такое бывает. Сейчас многие на нем. А, не, все, взорвал. Молочика Акровс. Акров. Не знаю, ник странный. Поэтому могу путать. Не читай ники, не парься. Да уж. Так, у них кто-то этот... Ракетница занял, кажется. Ой, а куда все бегут? Нам бы точки отстрелять. Ну, ты сопровождай, ты лидер местный. А. Ты командир у нас так-то есть? А, вообще-то ты командир. Да ты что? О, это я на первом месте. Какой я классный. Ну да. Стоп, а ты с каким калашником бегаешь? Я не понимаю. С РПК, что ли? Да. А, я думаю, господи. Что это за калаш странный такой? Вот, а, у меня красавчик пока полностью прокачан. Я, кстати, сейчас продемонстрировал тактику взорвать стену. Я люблю взрывать стены. Ты зря это делаешь, кстати, потому что это опасная херня. Укрываться незачем. Ну, и эта стенка мне не нужна, это не дом. Ну... Все равно, знаешь, спорный момент. Я не люблю взрывать наоборот, я больше по сохранению. Мне просто интересно, почему у нас точка Б в воздухе висит, вот. А раскроешь мне тайну этого? Баги. И как нам ее достать? Прыжками, танком, лестница. Я не знаю. Сейчас, наверное... А, тут люди в воздухе. Все нормально. А, все, закладывают. У меня просто точка совершенно прозрачная, то есть, ну, полностью. Что-то очень... Вау. Вау. Ой. Battlefield, что ты делаешь? Прекрати. За замки стах, да? Да. Лысь. Я застрял где-то непонятно где. Кошмар какой. Все, и умер. Почти как герой. Угу. Только не герой. Да. Надо здание сносить, чтобы они там не терлись у него. Так, я, короче, взял спас. Ай. Пошел шатать. Все, Абрамс сказал мне нет. Абрамс сказал идти домой, да? Да. О, и мне Абрамс сказал идти домой. Ну, раз Абрамс сказал. Не, на самом деле, я жалею, что здесь нет 76-го, 74-го калашникова, потому что, ну, всем известный факт, что 74-й калашников, он пробивает рельс вдоль и три Абрамса за ним. Ну, это был бы имбово. Ну, зато правда. Ну, знаешь, даже, по-моему, в армии нет такой правды. Ты патрулик-то дай. О. Патриотиков. Ух, ну-ну-ну. Любитель патрулить. Троллераст-то какой. Угу. Почти как Гораст. Ладно. А, ой, показалось, машина вхлечилась. Так. Танк! Дай проехать. О, я люблю, когда машина врезается в кусты и не может из них выехать. Просто с планоцеля такой. А, здесь же дом, по идее, господи. Я же его не вижу. Ой. Господи. Ты... Припасы мне на голову скинули. Прям спасибо. Большое да. Просто. Ой. Гранату нам в машину. Просто великолепно. Да, чиню ее. 10 из 10. Командир молодец прям. Иди ты, а. Ой. Урую. За что? За шкафом. Окей. Верну я тебе этот шкаф. Не надо. Не, давно я таких багов не видел у батлы. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Ой, район подтянулся. Вообще все подтянулись. Ай, больно. Машина что-то в огне. Кстати, вот странно, тики, ты что-то медленно. А, мы ж это просто победили пару раз. Кто, где, кто, когда, где я. Как какого следа развали, да? Да. Господи, пулеметчик, умри! Не умер. О, спасибо. Подлечили.
Ужас какой творится на самом деле. Да, согласен. Сам удивляюсь. 12 хп оставил, какого черта? Вот что ты его не убил, а? Ну, мы так надеялись, а ты? Не знаю, у него знак этих, из ассасинов. А, вон в чем суть. Ну, а здесь у кого-то Фокс. У этих, сейчас скажу, как. Фокс. У ребяток, которые в Армуту играли, Фоксы. Со 105-м и прочим. А. Да, вот этот Фокс. Ужас какой! Там снайпер, будь осторожен. Угу. У меня очень снайпера волнует, потому что меня штурмовик в спину убил. Ну все, мы уже ноль. Не-не-не-не-не, мы можем выиграть. А, бомба. Честно, что мне не нравится, что ноль тикки это все. Нет бы дождаться... Есть! Есть! Да. Нет бы дождаться, пока все умрут. То есть, вот так вот. Ну, не знаю. Это было бы логичнее и клевее. Что? Я опять потерялся, мама. Ой, сейчас дебильнейшая ситуация будет, то что сейчас новые точки надо брать, короче, это не дробовик, надо брать автомат в первую очередь и подствольники бери. Угу. Прям отвечаю, нужны подствольники, желательно с этими, с дымовыми. Сейчас прорваться будем дико. Пулеметчика есть этот. Да-да-да, бери дымовые, очень нужны сейчас будут. Ага, и КСПО, да-да-да-да, вот эта вот точка наверху, она самая идиотская. Так что подствольники сейчас понадобятся сильно. Я вот прям просто беру, херачу безбожно. Ну все слышали тактику. Да, и враги наши тоже. Ничего, берем подствольники, херачим. Враги как... слышали, а сделают ли они что-нибудь с этим, это уж неопределенно. Ай, убивают. В бункере засели. Этот зод называется. А, по мне так бункер. Ну, зод вполне себе бункер, кстати. Как? Ладно, допустим. Что такое? Да, сквозь стену прострелили. Не знаю как. А, блин, у меня ж медика нет, я не медик. Ой, ужас, убивают. О, прикольно. Все такое красное. Я люблю красный. Эх. Че такое? Где ничего. Абрамс там торчит. Сейчас дымки возьму. Бери дымы, потому что без них не прорваться. Дымовая. Я, наверное, тоже пулеметчик возьму, потому что у поддержки все-таки есть возможность самому себе пополнять эту фигню. Так, где оно? Вот дымовое. Там танк опасный. Опасный танк, крайне опасный. Ну да. Кого-то есть безопасный. У меня игра, что ли, зависла? Да, походу, меня выкинуло. Да, тебя выкинуло. С БПЛА. Отлично. Убили. Ну, а что ты хотел? Ну, а что ты хотел? Бывает. Угу. Что-то пошло не так, ошибка. Отличное оправдание, Battlefield. Просто обожаю тебя за это. Да. Все, мы проиграли. Эх, вы, я на вас рассчитывал. Ну это потому, что ты вышел. Виноват. А, вот в чем причина, ясно. Да. Эх. Раз так. Миша, Дима, новый ведущий, так точно, да? Новичок наш. Да, и не забываем. Ставьте лайки, это поможет каналу. БЗР. Будет полезно. Да. Также, если заинтересуетесь, заходите на наши каналы. Да, ссылочки на них есть в описании. Да. Так. Че там, меня впускает на сервер? Вроде загрузка уровня. Тебя да. Мне сказали, что впустили. Ну и хорошо. Сейчас будем за оборону. О, еще немного и четвертую звезду для пулеметчика получу. Health Canadian? Рэй, серьезно? Ты полуканадец? Что? За микро придет. Микрофон придет, оказывается, только на следующей неделе, потому что я не тот способ доставки выбрал. Миша гений в этом плане. Да. Так, все, оборона. Дымовухи не нужны.
О, есть идея. Чем развлечемся? Да ладно, ты и пользуешься. А чё нет? И ты говоришь, что не любишь сидеть на месте. Да вот не надо мне тут, ля-ля. Ну, на патроны. Я не сижу на месте, я это... Держу и воюю, держу и воюю. А я сказал, забирай долбанные патроны. Странно. Да. Скоро ж это... Скоро, кстати, что? Я так понимаю, может, другой потом режим пересядем? Ну, не знаю даже. Ну, кроме штурма есть и другие, захват там. О, ничего себе, серьезно? Ну да. А я и не видел, не гадал. Наверное. Нет, просто штурм, я говорю, очень такой специфический режим. Ну, можно захват, в принципе, сейчас попробовать. После этой карты. Угу. Да ну, минометы здесь отстойные, они херачат раз за разом. В третьей они прикольнее были. Все они слишком отбалансированы. Тебе подавай им баланс? Ну, чуток-то можно. Тут слишком интересно становится играть-то. Тут есть Катюша. Не Катюша, просто установка. Ну, я ее привык называть Катюшей. Конечно, канадец. А, да. Кстати, вот сейчас можно так уж и быть поиграть за снайпером. Mm-hmm. Почему бы и нет? Уху-ху, хороший спаун. Воу. РПК возьму. Как это заряд установлен? Где, на что? На А. Не надо, мне тут такого. А вот и серьезное дерьмо, чувак. Люблю такие выражения у них. Игровская фош как первое впечатление. Не могу о них рассказывать, но они есть. Да, нельзя. А то Аташеньку сделают. А тут этот дрон мелкий. Бывает. Да. Вышел из ниоткуда. Господи, зря я выхожу наружу. Так, ну дай МГшку взять. И поприкалываться чуток. А, все заряд без резеля. Хорошо. Ой-ой-ой, нет, хорош у меня стрелять. Конечно, я хочу, что вы хотите меня убить, но я этого не хочу. Это не взаимно. Что ж ты так? Ты не хочешь убивать своих врагов, вот ты не очень. Ну да. Они и заставляют меня, все. А, ясно. Да. Так. АК-12 нафиг. Хотя. Что ж так? А, у меня больше другого ничего нету. 12-й прикольный, я считаю. На тебе 20 хп. Больше не могу дать. Прицел я все-таки поменяю. И кашка не очень. Ну-ка, снаш. Качку БФ-4, да, ребят, чё-нибудь? Так. Мне забавляют люди, которые воскрешают этих игроков под пули. А, да. Ух ты, здрасте. Неожиданный поворот. Ладно. Событие. Да. Лучше не вылезай, они там эту поставили... Клеймор. А, одну штучку, да? Ну да, одна штучка может убить. Я как бы знаю, Кэп. Да. Не, я иногда выживал. От Клеймора. Ты как повезет. Господи, у меня граната есть. Чем мне твой Клеймор? Все. Видишь, снес Клеймор, победили. Так все делается. Вот видишь, ты зашел, и мы выиграли. Конечно, все зависит от тебя, конечно. Пошли на захват. Ладно, пошли. Так. Ребятки, захват. Ща найдем серваки с захватом только. Да. <с-
Так, штурм нет, давай захват большой и обычный захват поищу. Ой, опять еще 11 человек хотят. Окей. Добавляй что-нибудь. Да. Так. Во, есть пустые серваки как раз. Захват на сколько? На 2000 очков. О, это надолго. Лучше на 800. Вот. А, это британский сервак. Есть вот русские. Все оружие. Ну, давай сюда. Я вхожу, если что, присоединяюсь. Угу, если я найду. Угу. Странно, я не нашел серваков. Ну, это, ко мне присоединяйся. Да. Как раз большой захват, самое то. Все, присоединяюсь. Угу. Вроде поп. Чейнсов. А не, не чейнсов. Ну почти. Где? А не, или чейнсов. Как пила пишется? Чейнсов. Ну, значит, все правильно. Что такое-то? Да ничего. Так, вот ты вот, который заходите на мой канал, в бан улетел. А, с какой едой вы ассоциируетесь? Наверное, с огурцом. Он зеленый в попырышку. Крайне странная ассоциация, скажем так. Так, ну все. Просто я переедал. А что, у нас все точки захвачены? А, ожидание игроков, ясно. Да, сейчас это, тренировка. О, операция в заперти! Да-да-да. Привет! Давно не виделись. Тогда побегаю с дробовиком, почему бы и нет. Ну, кстати, хорошая идея, да, она тоже будет взять. Так, что у меня есть-то? Либо ПП. Ремингтон, мой любимый. О, ты тоже с 870-м бегаешь? Да, я его обожаю. В третьей части он вообще был такой мощный очень. Да. А ты атака или... Ой, Америка или русский? Я не знаю, видимо, США, судя по разгрузке. Потому что он в другой команде. Так, все. Почти. Кого-то убил. Что ли? Ребят, найдите нас по Ориджину или там, не знаю, батл-логу. Батл-логу, да. Да-да-да, добавьте из друзья или просто посмотрите, на каком сервере мы играем. Да, я добавляю всех. Если есть лимит только. Так, ну, пошли. Карточку устроим, ставим. О, все, ну, все ладно, ребятки зашли. Против тебя. Ну, а что ж поделать, гораздо. Ну, да. Такая судьба. Угу. Так. Чё, пацаны? А за вас больше, так нечестно. Так, сейчас перейдут или придут новые. Почему бы и нет? Это баланс, не знаю, есть. Да за вас заходят. Судя нас по тут четверо, нет. Мы что? Ребят, стреляйте как обезьяна, а? Для честности хотя бы. Я с дробовиком как обезьянка, так что. О, хоть один к нам зашел. Кстати, насчет обезьянок. Смотрел планету обезьян? Ой, ну их. Всех этих обезьян и планеты их. Туда же. Не, кстати, прикольный фильм. Ой, обжегся. Привет. Г. Так. Чё-то как-то вообще никак. Никогда. Сейчас центр захватим и все, и оборону уйдем. В оборону. Вот, кстати, эта карта имбалансная в плане того, что кто захватит центр. Гораст! Зачем ты меня убил? Ну ты же враг, это ж логично. Нет! Я понимаю, ты в меня стрелял. Это плохо. Нет, я не стрелял в тебя. Это все вранье, отвечаю. Это плохо, понятненько. Нет. Мне норм. Так, все, ты напросился. Ой, да ладно тебе. А вот заметьте, сейчас меня убьет, начнется сразу это. Не ты. Окей. Не я. Ну, почти. Кстати, а что у меня? Пока он бегаешь, да? Сейчас мы тебя найдем, сейчас мы тебя отыщем. Человек с дробовиком. Ой-ой-ой-ой. Ай, задница моя. Меня убил ЗОМГ. Убили тебя? Эх. Да. Не человек с собачкой сделать. На картинке. Ну ладно. Цешку отхватывают парни. Да ты что? Серьезно? Не может этого быть.
А мы и не знали. Да, ты не знал, а вот наши. Да, включи то, что я сейчас тебе сверху стрелял. Окей. Я надеялся прорваться. Но не получилось. Надеялся он. К успеху шоу, не прокнуло. Не фартануло. Скользнулся, чувак. Ух ты, вас сколько тут, здрасте, до свидания. Понравилось? Не. Зря. В каких настройках играешь, кстати, спрашиваю? Да, я покажу, почему бы и нет. В принципе, мой комп тянет и на ультре, но я ставлю вот такой вот оптимальные настройки, чтобы FPS был больше 60. И всякая мелочь, типа трава, больше травы и все такое, я это отключаю. Я не люблю это. То есть дополнительные эффекты не твои, да? Нет, ну это мультиплеерный шутер. Я понимаю, он... Да, здесь главное это то, что FPS было много и так далее. Да, FPS и картинка. Все-таки какое-никакое преимущество. Ну тогда да. Противник. А, и плюс я не люблю всякие MSX и другие сглаживания. Я тоже сглаживание не люблю, это дикость какая-то, как и блюры и прочее. Вот мой брат играл с блюром, я не знаю зачем. Говорит, чтобы тестить видюху. Красота, не более. Дополнительная. Блюрик, красота. Ну, хочется ему размытости, знаешь, там мыльцом там лица обмазывать. Так у меня PS3 есть. Зачем мне, да? Еще и здесь. Ну, шуточки про PS3 это вообще отдельный сорт кокаина, я считаю. Ну, забавные бывают. Ну, не знаю, не все. Да. Ай, глядь, там пулеметчик сидит. Но вот с новыми консолями все уже. Нету все? Мыльца. Мыльцо выпилили? Да. Хотя есть один гений, который увидел мыло в PS4 в Killzone новом и засудить хотел Sony. Что есть забавно, там. Этот же чувак в прошлый раз подал в суд на Axe за то, что девушки не идут к нему как в рекламе. А, ну так, ради таких людей и пишется в рекламе, мол, типа, эффект не обещает 100% и так далее. Да. Это вполне. А там этого не пишут. Ну вот, должны писать. Ну, в этом-то и минус, собственно, рекламы и маркетинга, то, что они-то могут, судя, у нас сидишь, смотришь рекламу, такую, что за дурь. То есть, как бы, ну, разница в менталитете ощутима вполне. Да. Но сама японская реклама самая безумная. Ой, не надо про нее, это отдельно вообще разговоры. Так. Чё-то я тебя не встречаю. Разошлись, как в море корабли. Бывает. Чё не поднимаете наших? Вот тебе, и не поднимаем наших, и я не поднял чувака. Не успел. Да. Так это и бывает. Да. Ой. Давайте с автоматами, давайте. На, лечись, солдат. За тобой должок. Какой должок? Большой должок. Ой, господи, у вас там выбежал. Гораст! Привет. Я сейчас спас возьму. Что забавно, я только убил тебя, а троих не смог. Дайте. ХП у них много. Сосед мой вас поубивал всех. Да. О, нет, я чок открыл полный. Не беру. Спас. Пользуюсь тем, что есть. Скорострельный. Спас, у него урона нет. Меньше. 12-й спас, это тот же 12-й калибр, собственно. Суть его в том, что это. У него урона достаточно, кстати, вполне. Он перезаряжается, потому что это. Передергивание затвора. Никто не воскресит. Ну, пожалуйста. Зачем? Ну да, зачем больше игроков на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, додумались. Тимплей какой тимплей? Додумались пулемет сверху взять. Слышь, это я! Неожиданно. Додумались. Ну, я просто... Давайте снесем эту штуку, ребята. Там внизу надо подорвать. О, и фугас у нас, конечно же. Ну, вот так вот. Ну, какая у тебя видеокарта, кстати? Да, я писал там. Он 660 GTX. T, даже там. Нормально. С припиской T. Две штуки. Даже так.
Я взял бы нового поколения, но тогда, когда я собирал комп, не было еще. То есть за меня месяц. Меня повысили, слышь. Молодец. Ай. Понравился мой полета, да? Ой, здрасте. Ай, до свидания. Удар ты меня снесли. Гораст, гораст, гораст еще. Я тебя что? Как ты ударку, будучи мертвым, кинул, а? Меня воскресли. Чувак меня не начал стрелять. Да, воскресили, простите. И я швырнул в тебя гранату в надежде на то, что я в тебя попаду. Ну попал, молодец. Ну да. Надежда, она такая. Надежда умирает последний. Так как бульдоги проклятые. Придергай из затвора. Хорошо, Рэй, скинул так скинул. Что делает этот парень? Куда ты лезешь, браток? Кажется, ты убил одного из наших подписчиков. И он спросил, зачем. Ой, ой, you kill me, man. Because I can. Ой, не, это не ты. Я думал, ты. Ой, опять я воскрес, здрасте. Ты Иисус, что ли, воскресать, а? Почти. А чё, если умрет человек, я воскрешать могу. Сам встаю. Все хорошо. Такой, я воскрес, ты Иисус, я играю в батлу. Ничего не знаю. Ай, баф! За не спину! Не за что, спину! Прям спину, спиногрызы! Вот так вот! А я тебе верил, а ты за спину! Ай-яй-яй! Ну что ж, это даже без TI хорошие две сейчас. Да. Ну, говорят, мол, типа, хорошая у тебя видеокарта. Да, я, в принципе, ну, у меня вот 560-я. Да. Ну, там чувака так глючат. Где там? Спасибо. Ой. Чувак, держи патроны. Ух ты, там не идите туда, где умирает куча народа, и вы их воскрешаете под пули. Отлично. Молодцы. Я доволен вами. Да? Ну, раз нравится, так что жалуешься? Ну, это сарказм. А, то есть нам идти туда наоборот, да? То есть чувак воскрешается и умирает тут же. За что? Ну, это норма. Ну, в тройке вообще дикость была, когда там можно было воскрешать бесконечно. Здесь всего два раза. Ой, один раз, по-моему. И, а следующий через некоторое время. Ну, с откатом, понятное дело. Ядрило батона! Ой, жопа. Ядрило батона. Новая песня? Да нет. Просто так получилось. Ну все, мы вас прижали к Е. Сдавайтесь. Нет, русские не сдаются. Ну ладно. Меня радует, что здесь хоть за обезьян не заставляют играть, как в как в третьей части. Там хочешь медиком поиграть, играй обезьяна, обезьяна. А, ты имеешь в виду афроамериканцев? Да, 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 самых. Гениально. Не, ну а что, если так и есть? Ты видел, кстати, в Aftermath, когда добавили карты, да, где они без шлемов и так далее. Этот, простите меня, негр за выражение, он как в рэперской этой повязке, ну прям клише-клишированные. Да ладно, по-моему, русские были клишированные. Да нет, там, знаешь, пулеметчик такой, бритый на лысо зэк, там, медик из Кавказа прямиком просто. О, фокс. То есть, с явным таким намеком, знаешь, кто лечит людей в батле. Может, специально они это Майнкрафт сделали. В будущем. Ну, может, и будем стримить. А зачем там? То есть, я в том смысле, что там вроде ничего сейчас интересного не обещают. Нет, тебя это не касается. А, ну ладно. Ой-ой-ой, зашел. Да, вас там слишком много. Да вас тут тоже немало. Слушай, пора взять зажигательную, что ли. Ну, кстати, хорошая идея, надо приветик передать. Привет. Передаю привет. О, держите зажигательные, чуваки. Ай, я слепой, я нифига не вижу. Ну, зато честно. О, забавная картинка у чувака. Нож с сошками и патронами. Да, я открыл сошки на свой нож. Я открыл сошки для сошки. Да, какая-то у этих была. Battlefield Friends. Да.
А, я вижу, где ты выбежал тогда, кстати, да. Я как раз там прорвался с дробовиком и стрелял ваш. Опа, она, слушай, а у вас хитрые есть люди, они с улицы идут, например. Да, кстати, я забыл про улицу. На, тоже что ли там побродить? Да, там холодно. Ну и ништяк, личико немного померзнет. То хоть на свежем воздухе побываем, а чем за компом сидим целыми днями, да? Ну да. Да, тут еще и метель бывает. Ну как бы да, в этом-то и суть. Опять меня убил Фокс. Брайан Ред. Фокстроты могут. Да. Фокстрот убивает людей. Теперь ваши прорываются, офигеть. Ну а так. Ты чё, мы ж классные, я же играю, знаешь. Ну да, все, это проигрыш сразу. ГКВП пиши сразу, отвечаю. Ай. Хорош закидывать гранатами. Чё, тебе не нравятся наши гранаты, они отличные гранаты. Они больно бьют. Да ладно тебе, серьезно. Ну да, представляешь. Не может этого быть. Да умри ты. Как так получилось? Здрасте, добрый день. Я тут троих ваших поздоровался. Точнее, они... Вот следующая часть БФ. Ну, Hardline вроде осенью обещали, но перенесли, кажись. На 2015. Ну, это норма, сейчас переносов много. Да, и Evolve, и... Да все, переносили просто. Да. Но Ведьмак-то и так в следующем году должен выходить, они сказали, то, что переносить не будут, вот в следующем году весной. А вот печально, я его ждал. В этом, да? Да. Не ты один. Вообще ноябрь должен был выйти таким. Ну, знаешь, как в 2011 году ноябрь не получится. Вообще 2011 год самый богатый на игры был, я считаю. Один из самых богатых. Дорожный воин получил жетон. Выполнил задание какое-то. Так. Ай. Кстати, по поводу Дорожного воина, Безумный Макс-то выходит вроде как. А когда он? Тоже принесли. Ну, Mad Max новый. Ну, это понятно, я что-то не слышал. По-моему, в этом году должен, или в следующем, не вспомню. Да, зачем вы меня под пулями-то воскрешаете? Он ай, хотел... дайте пройти! Он хотел выйти, по-моему, вместе с фильмом. Хотел, да. Сам такой хотел Безумный Макс взять и выйти. Ну да. Такой на улице просто, я ухожу из этого дерьма. Да. Ну, у Mad Max'а я, конечно, опасаюсь. Получится как с Rage. Ну вот, наверное, да. Ну, кто знает, как получится, на самом деле. Может, и хорошо. Может. Никто же не знает, как там все выйдет. Не, зажигалка не очень, то есть. Да это ты не очень, зажигалка отсто... Да вот, она никого не убивает. Да, именно, она для добивания служит, или чтобы выкурить. У нее не цель убить. У нее цель именно добить или там, не знаю, или наоборот покоцать, разогнать и так далее. Засели, зажали нас. А ты чего ожидал? Сами виноваты. Нечего было нас прорывать. Я и не хотел. А это как метро вообще, то есть, ну, аналог метро, многие сравнивали уже. Да. Данную карту с метром. Там такой один оптимист среди вас выбегает, мол, типа, я прорвусь, и знаешь, все дохнет просто. Такой, ну ладно, я попробовал хотя бы. Метро вообще никак фактически не изменилось, даже ту дорожку, которую добавили, она... Как было дерьмом, так и осталось дерьмом так-то. Да. А для чего еще метро нужно? Ну как, пушки качать, все. Засесть на одной точке и качать пушки. А, у меня батла зависла. Такое бывает. Опять вылет? Не, просто зависла. Ага. Ух-ху-ху. Вылетел, я бы матерился. И здесь только всего понабивал. Помнится, раньше, когда четверка только запустилась, она запустилась дико багованно. То есть она вылетала с серваков, при этом не сохраняла статистику, из-за чего, ну, вылетала, причем у всех регулярно, из-за чего там люди так тихо, дико батхертили из-за этих ошибок. Да, помню я еще бету, которая у всех, по-моему, лагала. Ну, бета, кстати, не, у меня бета наиболее нормально шла. А у меня лагала. Ну вот. И с отпроца, наверное, еще много чего зависит. Ты же просто недавно вроде как менял, да? Ну, комп, да, недавно менял. О, попался один под мою гранату. Вот. Ай, снайпер. Ой, уже все, тикеты набили.
Сейчас все закончится. Эх, печаль, беда. Ну, собственно, на этом, я думаю, можно и закончить трансляцию, потому что уже 2 часа. Так что, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Это был Дима Семенов, наш новый ведущий. С ним я на комментариях был Михаил Найдец. Надеюсь, вам понравилось. Если что, ставьте лайки, а уже 1000 набралось. Так что, Дим, как бы, ну ты понимаешь, да? Все, ребятуль, на этом мы заканчиваем. Всех благ и пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Наши каналы можно найти в описании. И покупайте игры в play.ru. Конечно.